Да ну не хилите вы, алло. Пчелкина все. В череп встаем. Забагался, что ли, я не понимаю. Чё с ним, чё с боссом? На самом деле, что-то не так действительно с ним. Я не знаю, почему все ловят его так. Паша, они бегут в него и в сторону. Это как-то странно, то мы ходили в ВК, никогда никто не ловил, а это, блядь, за рейд каждый раз. Ну бы. По-моему, на серкале он, типа, не напрямую бежит, а тут напрямую. Тут вообще легко отбежать. Ты неправильно говоришь, ты правильно говоришь циркуль. На дырпуле, извини. Да, да. Все неправильно говоришь. На этом не играл, не шарю. Может обновим инс, но сменим сложность. А зачем? Это уже второй раз какой-то баганый. Рыбка стоит, кушайте рыбку. Один покушал. Алло. Да-да, алло. Сливаться голосом, вроде. Ты можешь выключить звук? МП5 по друидам дайте. Дали, дают, дают уже. Все, все. Да, есть. Скажем налево. Скажем налево. Миша, вы на замену? Двинь его еще к воротам чуть-чуть. Угу. Я вообще с другой стороны стоял, а в общем сказал. Друид, блядь, солоно. Геру. Забери. Нужно парой добежать. Выйдет.
Я знаю. Он плюнул в одного чувана, по-моему, да. Тихотку-то, ёпта! Спасибо. Краю всем попался. Капли дал Далин. Да я видел это он. Ты посмотри, я получил или нет, Мак. Потому что если я получил, то он реально забагался. Я очень далеко от него был. Самервиль, Самервиль. Вот сейчас вот все отбежали, никто ничего не получил. Он бежал под босса. Да. Выведи жопу. Он перед... Он не в Дискорде, походу. А, в Дискорде, в Дискорде. Сейчас так угон был. Дайте каплю подали. А кто там говорил? Может, Ануба трайнем? Гол РБК. Старый. Ты видел это чудо, Лойд? Все отбежали. Второй раз за босса, представляешь? Второй раз за босса. Кинулось на меня, я в кота спринт, все. Че больше-то там... Ну это оверскилл, подожди. Тут две кнопки, блядь, нажать целых, хераси. На панель вынести, ты что? А еще в правильной последовательности. А еще бинты на них поставить. Ты тут такие страшные вещи не рассказывают, это бинды. Ой, там мне что делать? Че было? Тебе пивко наливал. А
Ажро гофнулся. Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопанс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Эти тотемы, где вот сейчас босс выйдет, именно в него. Чтобы они всех доставали, потому что по кругу стоим. ШП все диспельте или не диспельте? У нас маги есть. Мне кажется, надо диспельте. Стаки. Огненные шары можно сбивать. Стаки. Ответил. Чопс. Что это ранить?
5% босса. Все в порядке, ничего плохого. Меня просто спрашивали, почему он не общается. Я объяснил. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои. Танк Адро тоже у танка. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Я могу еще в танках. Ага, я еще могу в танках. Кьёки. У меня 4-4 есть. Да. Ну сейчас я одеваю. Ну да, я могу рекомендовать. Да-да. Так, а кого мне держать? Окей, отбил. Хорошо. Кружок затяните. Хулипалу дайте чё-нибудь, у меня КД вихрь.
Клики рядом сбивает овцу. Кадешилась, кидаю, кидаю. Ути, отойди от моего уроги, блядь. Так ты сам отойди нахуй от моего вара, ты сам сюда пришел, блядь. Алло. Видишь, где я стою, нет? Ты видел, где я стоял? Ты сам сюда пришел. Уже добили. Батом сделайте что-нибудь, фильтр там или... Шакола не будем, а там сейчас вернет всю толпу. Гайды твои не смотрел просто. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Эти сразу шаманы и Лока, паладины там. Будет, а там оффхенда не было? На кастера?
Был. Или там еще нормально разрулять успеваем, а то у меня такое ощущение, что мы часов 5 уже здесь. Успеваем. Привет. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плеть. Я в бельчат льганул. Вот такой был. Ты вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Так, что, мне в танк в ДД надо уже зелень вхожу? Чего он взял? Я могу. Где я стою? Шарпистол справа. Идите сюда, пожалуйста, РДД, хилы, вот уйдите от задней стенки. Если я буду ловить белый, вам прилетит от меня же, там же радиус. Вот уйдите оттуда нахрен. Нера может дать. Идите к стенке, фу, от стенки точнее. Нет.
Лагал. А вот сейчас вообще никто не словил, кто сзади стоял. Вообще хорошо. Стоишь, ловишь спокойно. Убили, нет? Да. Что упало? 10 выборов. Нет, не ролить, пожалуйста. Лут с того я залагал, блин, пиздец. Слышишь, можешь пока топор не ролить? Я залагал этого зелье. Сейчас я перезайду. Мискликнул. Мне не надо. Саммер, тебе не нужен плащ вот этот? Нет, он без крита. А, понял. Саммер, поставь портал, пожалуйста. Так, пацаны, вы уже все. Саммер говорит. Саммер, давай обмен звезде тогда. Саммеру. Там кто-то просил не ролить топор. Погоди, Вазелин, ты еще не ролил, я еще не перезашел, я никак не выйду, блин, с этой хуйни. Короче, я запомнил вообще... роль дальше, 85 большой, потом зайдет Вазелин, рольнет мне, берерло ролит, до свидания. Давайте так. Так, ладно, я ком сейчас релогну, блядь. Я не могу, блядь, просто ничего сделать. Сука. Но, блядь, у меня второй будет, может быть, героический. Не знаю. Ля. Не по-моему, не? А минуты три надо. Краусента зачем ролит шаман?
Yeah.